Здравствуйте, господа, друзья, криптовалютчики. Всех вас приветствую в нашей комнате на Zoom компании Tronz. Немножко хочу, перед тем, как я начну нашу презентацию, сегодня пару часов до того, ну, в смысле, когда я встал утром, первое, что сделал, сел на интернет и начал смотреть, как люди приглашают в других проектах людей в бизнес. И я, честно говоря, просто ужаснулся. Самый большой процент – это, конечно, просто зовут бизнес и гарантируют никаких рисков, никто ничего не потеряет. Ну, вы знаете мое мнение по этому поводу. Я в бизнесе был и в сетевом бизнесе уже более 40 лет, и был в традиционном бизнесе. У меня было два ювелирных магазина в Филадельфии и компания по продаже медицинского оборудования в Нью-Йорке. Чтобы вы имели представление, какая была у меня компания по продаже медицинского оборудования в Нью-Йорке, я ее продал, ну, у меня было несколько партнеров, мы ее продали в январе 2003 году. В 2002 году за весь год мы наторговали на сумму в 20 миллионов долларов. И это был немаленький бизнес, мы продали хорошо, заработали хорошо. И, конечно, все это время я занимался сетевым бизнесом, все равно я никогда от него не отказывался. И, конечно, я могу вам сказать, положа руку на сердце, любой бизнес, какой бы он бы ни был, то ли это традиционный, то ли это сетевой, всегда есть и имеет элемент риска. Бизнеса без риска не существует. Я не понимаю, почему люди в это верят, и потом они обжигаются. Конечно, можно обжечься в любом бизнесе. Самое главное, когда ты идешь в бизнес, ты должен взвешивать сам, иметь свое мнение. Не то, что тебе дядя Вася сказал или тот человек, который тебя пригласил. Ты должен все взвесить за и против. И самое главное, господа, самое главное, в бизнесе, когда вы идете в бизнес и вкладываете деньги, особенно если этот бизнес связан с финансами, с криптовалютой, трейдинг, надо всегда знать. Это... В Америке это называется по-английски rule of thumb, в переводе на русский язык закон большого пальца. Ты должен вкладывать ту сумму, которую ты не боишься потерять. Люди, которые этого не понимают, и для них бизнес не существует. Им надо идти работать и на дядю Васю. Работать и надеяться, что будет хорошая компания, их никто не уволит. И все равно есть риск. Просто, господа, чтобы вы это поняли. Я очень много рисковал. Только благодаря риску я достиг успеха в финансовом мире. Я тоже терял и был в проектах, которые закрывались. Но я забирал оттуда только хорошее. И в следующий раз пытался, во всяком случае пытаюсь, не сделать такую же ошибку, которую я сделал раньше. Но только благодаря тому, что я рисковал. На сегодняшний день я могу сказать, что я заработал в 1000 раз больше, чем я потерял. И это очень важно, господа, чтобы вы поняли. Так к чему я вам это все говорю? Так вот, людей приглашают бизнес с полной 100% гарантией. Плюс кто-то пишет, у нас можно заработать 3000 долларов в месяц, у нас зарабатывают люди 1000 долларов в месяц. Вы заработаете столько, столько, столько и столько, и никто, подчеркиваю, никто, все, что я смотрел, не рассказывает и не показывает, а что же надо сделать, чтобы заработать эти 1000 долларов, например, в месяц. Если вы будете когда-нибудь приглашать человека в бизнес, который уже успешный, или сетевик, или успешный в традиционном бизнесе, если вы в него, как говорят, бросаете цифру, вы должны обязательно обосновать, откуда эта цифра, почему и что нужно сделать, чтобы он мог столько заработать. Только тогда на вас начнут обращать внимание, серьезно, за вами начнут идти и за вам начнут верить. А просто кидать цифры, что вы заработаете столько, столько и столько, как я это сегодня увидел в социальной программе, это просто, ну я не знаю, это просто мыльный пузырь. Такого не бывает. Господа, эти тренировки, которые я сейчас делаю каждый понедельник, это делается не для меня, это я делаю для вас, для ваших будущих потенциальных партнеров. Вы должны помнить, господа, что мы все находимся в сетевом бизнесе. Этого не надо бояться. Это самый большой и самый крутой бизнес на сегодняшний день на нашей планете. Я не имею в виду конкретно наш проект, я имею эту индустрию сетевого бизнеса. Сегодня очень много очень крупных компаний
начинают идти в эту же сторону. Например, в Америке есть такая компания, и, наверное, вы не слышали ее, называется AT&T. AT&T – это самая крупная мобильная и телефонная связь во всем мире. Крупнее этой компании нету. В Америке есть уже, я не знаю, 4, 5, 6 компаний, которые традиционный бизнес, которые продают телефонный сервис и мобильные телефоны. Так вот, AT&T, наверное, забирает больше 70% всего бизнеса даже в Америке. Поэтому очень крупная компания, миллиардная компания. И, кстати, мой телефон, я пользуюсь смартфон, и это именно с компанией AT&T. Я с ними уже очень много лет. И они уже начали тоже, у них есть платформа сетевого бизнеса, но это делается внутри их компании, но они тоже начинают рекрутировать и дают возможность людям, если, например, я кого-то приглашу стать человеком, употреблять бизнес в AT&T, я получу за это какое-то вознаграждение. К чему я это говорю? Что крупные миллиардные компании уже это делают, и уже делают это не первый год. Это говорит о том, что наша индустрия очень хорошая. Но, господа, в нашей индустрии надо рекрутировать. И я сегодня немножко об этом поговорю, потому что в нашем бизнесе рекрутировать не тяжело. Самое главное – делать это правильно. Вчера я разговаривал с одним из своих партнеров, и он мне спрашивает, говорит: «Майкл, я вот уже привел определенное количество людей, и вопрос, который он мне задал, я с ним согласен на 100%. И он говорит: я уже привел определенное количество людей, но никто еще не получил переливы. Сколько это занимает время, и когда это придет, ну так далее и тому подобное. И я разговаривал вчера с одним из наших, неправильно сказать, наверное, партнер, его зовут Альберт, он мастер-дистрибьютор. Он самый первый дистрибьютор в компании, это он, который ведет все тренировки для англоязычной группы. Его зовут Альберт, а фамилия Мюрер, M-U-I-R, произносится, если я правильно говорю, Мюрер, Альберт Мюрер. И он американский гражданин. Он просто сейчас застрял на Филиппинах, он ездил на Филиппины, у него там большая группа в бизнесе, он в сетевом бизнесе уже очень много лет, и как раз он туда поел перед тем, как начался этот коронавирус, и теперь он до сих пор не может оттуда уехать, он там сидит. Но он человек не бедный, поэтому и бизнес, которым он занимается, бизнес сетевой, и особенно Трон, это все можно делать в какой бы ты стране ни жил. Единственное, что тебе нужно иметь телефон, смартфон или компьютер. И я с ним разговаривал, кстати, сегодня утром, и что он мне сказал? Он сказал две хорошие вещи. Первую вещь, что у нас будет чуть-чуть попозже в нашем кабинете будет, вы сможете увидеть, когда, через сколько людей, в какой очереди вы стоите, чтобы получить этот первый перелив. Поэтому эта система будет, и вы сможете увидеть, сколько займет время для того, чтобы для вас или для каждого дистрибьютора получить, чтобы под него кто-то попал. Это будет. Второе, он обещает, что уже на этой неделе, может быть, к концу недели, у нас будет на нашей веб-сайте, будет все на русском языке. Так что не забудьте, господа, что мы совершенно новая компания, у нас все только-только начинается, пока еще только капля в море, и поэтому будет много улучшений и много всего самого хорошего. И самое главное, господа, что мы все находимся, наша система построена на платформе блокчейн Tron, поэтому поменять уже ничего нельзя. Наш маркетинг, какой он есть, такой он будет. Ничего никто поменять нельзя, не может, и это все очень хорошо. Это хорошо, почему я имею в виду, что это хорошо? Ну, во-первых, если вы приводите человека в бизнес, и как только вы зарабатываете какой-то бонус, в зависимости, какие у вас пакеты, это сразу все переходит вам на ваш кошелек, на блокчейн, и никто ничего тронуть и взять не может с вашего кошелька. Поэтому платежки, и многие уже увидели, которые приводили людей в бизнес, мгновенные, и сразу появляются у вас в кошельке, это уже ваша криптовалюта, и делать вы можете с ней все, что хотите. Вы хотите купить еще один пакет, это ваше дело, но это все ваша
ваша и ваша. Это очень-очень важно, чтобы вы это поняли. Что я начал говорить за сетевой бизнес, господа? Я, конечно, честно говоря, я не люблю говорить, что в бизнесе, если даже вы ничего не делаете, в результате вы что-то можете заработать. Хотя у нас это правда, просто займет определенное время. Я всегда хочу концентрироваться и пытаюсь концентрироваться на то, что самое главное у нас, если вы приведете двух человек, у вас бизнес уже не только оплачен, вы уже зарабатываете. Какое бы количество вы ни зарабатывали, 1-2 доллара, это не имеет значения. Самое главное – процент. Потому что если ваш процент вложения увеличивается, то у вас процент получения увеличивается тоже. Я понимаю, я уверен, что вы все это понимаете, и это очень-очень важно. А сейчас я сделаю, поделюсь нашим экраном, чтобы это не произошло, как в прошлый раз. Одну секунду. Окей. Так, если вы видите мой экран, просто кто-нибудь скажите или голосом, или напишите, что все нормально, экран виден. Все видно, Майкл. Окей. Да, экран видно. Классно. Значит, сейчас я сделаю короткую презентацию, потом я еще хочу поговорить, как же приглашать к нам людей в бизнес. Значит, наша компания Tronz, международная краудфандинговая платформа, построена на блокчейн Tron. И первая в мире сетевая платформа Tron, благодаря представлению модели криптовалюты. Одну секунду. Секрет успеха в бизнесе заключается в определении того, куда мир будет идти, и быть там в первую очередь. Господа, я повторю еще раз. Секрет успеха в бизнесе заключается в определении того, куда мир будет идти, и быть там в первую очередь. Мы живем сейчас в таком мире, в котором все начинает меняться на криптовалюту и блокчейн. Даже многие компании, которые не занимаются криптовалютой, переходят на платформы блокчейн. Особенно то, что происходит в мире сегодня с этим ужасом, этой коронавирусом, что люди никуда не могут ни поехать, ни пойти, или они боятся, то самый классный бизнес сегодня, без проблем, это работать из дома. То ли вы используете свой компьютер, то ли вы используете свой телефон. Вот куда наш весь мир идет. 5 причин, почему Tronz является лучшей платформой смарт-контрактов в мире и почему мы очень уникальны. И это все очень просто. Tronz – это децентрализованные смарт-контракты, легко доступны для всех, чтобы увидеть на Tron блокчейн. Господа, вы должны понять, что это очень важно, потому что это уменьшает наш процент риска на много раз. Вы многие знаете, мы были, даже находились в бизнесах, в которых вы зарабатывали, и все сидело в кабинете этой компании, вдруг компания закрывалась, и все ваше достижение пропадало вмиг. Здесь такого нет, потому что если вы начинаете зарабатывать, все автоматически переходит в ваш кошелек на блокчейн. 100% децентрализованная, без риска и построена на модели нулевого вмешательства. Опять, что значит без риска, хотя риски есть всегда. Без риска, потому что то, что я сейчас сказал, что нулевое вмешательство хозяина компании, ваш кошелек на блокчейн. Как только вы приводите первого дистрибьютора, сразу тот бонус, который вы получаете, моментально идет на ваш кошелек, wallet, на Tron Wallet, который находится на блокчейн, и никто его трогать не может. Непреложная структура peer-to-peer, 100% мгновенный платеж Tron в кошельке. Контролируйте свой бизнес со смартфона. Децентрализованная система построена, проверена и выполнена на R2R, смарт-контракт, профессионалами блокчейна в реальном времени для профессионалов в сети. В принципе, это то же самое, что я только что говорил, просто простым языком. Преимущество быть Tronz. Ну, мы являемся революционной платформой, которая еще реализует свой собственный токен ITC. Господа, сегодня каждый день появляются слева, справа, снизу, сверху новые компании, которые выходят со своими токенами.
и сразу предлагают, и все кричат, что наш токен станет как биткоин. Представляете, если вы вошли бы в биткоин, когда он стоил 1 копейку. В реальном мире это не произойдет, к сожалению, потому что большинство этих токенов никогда не будет у них никакой стоимости, потому что для того, чтобы токен начал идти в ценой вверх, в нем должно быть, по-английски есть такое выражение, value. Он должен что-то стоить. За счет чего поднимается стоимость этой валюты? Значит, она должна быть иметь какой-то интерес среди людей. Люди должны начать ее добывать, покупать, продавать и так далее и тому подобное. Токен ITC, наш токен, который представляет наша компания, которую пока можно получить в нашей компании бесплатно, хотя он уже имеет value, я не помню, не буду врать, он уже стоит, наверное, копейку, может быть, даже чуть-чуть больше. За счет того, что у нас будет, у нас уже появилось, но скоро будет запущено больше 400 игр на нашей платформе, где люди смогут играть в разные игры, и дети, и взрослые. Это все платежные игры, где можно и выиграть можно, и проиграть, конечно. Но это азартные игры, и играть можно будет только благодаря нашей Coin ITC. Поэтому любой человек с любой стороны мира, кто бы он ни был, если он захотел поиграть, а азартных людей в нашем мире очень много, поиграть и иметь возможность выиграть какую-то валюту, то он должен будет продать свою валюту и купить ITC. Вот за счет этого у нас пойдет рост нашей валюты. И, господа, хозяин компании, индус, который открыл этот бизнес, его основной бизнес – это как раз казино. Поэтому у него большой опыт. Полный маркетинговый план представлен, verified смарт-контракт, который уже был написан на блокчейне Tron, и его нельзя изменить. Это то, чего мы уже говорили. Наличие децентрализованного сообщества основано на токене IMTron, или ITC, это название нашей монеты, даст вам больше значения в будущем. Наш первый листинг будет в 4-м квартале, то есть уже должен быть он появиться листинг года, где будет зарегистрированы и нескольких международных биржах. Кстати, уже Tron можно менять на ITC, а ITC можно менять на Tron, а Tron можно менять на любую криптовалюту, в том числе и биткоин. У нас скоро появится платформа Tron's Gaming. Она уже и появилась, уже live, и скоро будет более 400 игр. У нас существует 12 пакетов. Первая звезда, вторая звезда и до бриллиантов короны. Первый пакет стоит всего лишь 300 трон. Если я не ошибаюсь, это где-то 7,58 долларов. И за каждый пакет, который вы покупаете, вы получите бонус ITC токенс один раз. Поэтому если вы купили пакет за 300 трон, вы получите ITC токен 100 токенов. Если вы уже в бизнесе, если вы зайдете на свой wallet, кошелек, я имею в виду Tron Wallet, который вы открыли, и опустите чуть-чуть ниже, то вы увидите, что у вас уже есть ITC токены в вашем wallet, которых уже тронуть никто не может. И за каждый купленный пакет вы получаете от 100 до 600 тронов, до 700 тронов. Как только вы становитесь, или у вас есть уже пакеты бриллиантовые, алмаз, то при этом пакете вы начинаете получать 1400 токенов, ITC токенов, каждую неделю. За следующий пакет 2000 токенов и так далее, до бриллиантовой короны, где вы будете получать каждую неделю до 6300 тронов каждую неделю. Все остальные пакеты только один раз, а с бриллиантового каждую неделю, и вам будут платить до тех пор, пока компания не выплатит на руки 72 миллиона токенов. Наша глобальная программа. Ну, как вы уже поняли, что в наш бизнес можно зайти всего лишь с одним пакетом, стать равноправным членом, который стоит всего лишь 300 трон, это меньше 8 долларов. Я сразу скажу, люди, которые боятся инвестировать 8 долларов, то, конечно, им не место в нашем бизнесе, к сожалению.
Потому что если человек боится потратить $8, которые могут принести его к финансовому благополучию, то, конечно, если они не хотят рискнуть хотя бы на $8, то эти люди просто должны работать на хозяина. Сегодня, я не знаю, как на территории СНГ, в Америке можно пойти и купить такое хорошее, закрученное кофе, непростое кофе, и оно будет стоить $8. Поэтому ничего страшного здесь нет. Самое главное, немного забегу вперед, если вы пригласили всего лишь два человека, которые сделали тоже самое, вы получаете от них сразу за 400 тронов. То есть 200 трон с каждого дистрибьютора, который купил такой же пакет, как вы, то есть 300 трон. Если он купил пакет больше, и вы купили пакет больше, то вы тоже получаете больше комиссионных. Но с двух человек вам всего лишь надо привести два человека, и ваш бизнес полностью оплачен, и вы еще зарабатываете где-то 30%, вы уже зарабатываете. То есть вы потратили 300 трон, привели два человека, получили 300 обратно, и 100 трон, это вы уже зарабатываете. То есть 30% вы в плюсе. Это грандиозно, господа. Не думайте количество тронов, думайте процент, в процентном соотношении. Потому что если вы вложили больше, то, естественно, ваш заработок намного больше. Нам платят три вида оплаты. 10-программная система, прямой бонус и бонус уровня. Значит, первый – это звездный пакет. Одну секундочку. Я извиняюсь, вернусь обратно. Значит, если вы привели человека, то прямой бонус – это имеется в виду, что вы купили пакет за 300 трон, и человека, которого вы привели, он купил за 300 трон. Поэтому с каждого человека вы получаете прямой бонус 100 тронов и бонус уровня 100 тронов. Плюс вы получаете 100 тронов, 10-кратная программа, о которой вы сейчас узнаете поподробнее. Если вы привели человека, который привел сразу купил от 1 по 6 пакет, и у вас то же самое от 1 по 6 пакет, то с 1 вы получаете прямой бонус 2000 трон, бонус уровня 2000 трон и 10-программная программа 2000 трон. Что такая 10-кратная программа? Компания вам гарантирует, что если вы купите за каждый пакет, который вы купите, в результате, они не говорят за сколько время, но в результате вы получите 3000 трон обратно. Это значит, если вы купили за 300 трон пакет, как только вы зарабатываете от этой программы 3000 трон, я имею в виду не от всех потоков, а именно от 10-кратной программы, то на этом ваш пакет заканчивается. Если вы хотите, вы можете купить следующий, в смысле новый пакет за эту сумму. Если вы купили пакет еще за 600 трон, то вы на нем зарабатываете 6000, за 1500, 15000 и так далее и тому подобное. Короче, 10-кратная программа в результате вам проплатит в 10 раз больше, чем вы вложили. Следующий, в смысле, это дальше 10-кратный поток. Как он работает? Это есть, будет у вас 15 циклов. Это мини-матрицы. Как только к вам попал первый человек за 300 трон, вы получаете от него 100 трон комиссионный бонус. Как только вам попадается второй человек, вы получаете еще раз 100 трон. И когда попадает третий человек, эти 100 трон покупают вам следующую матрицу. И так у вас 15 матрицев, то есть 15 циклов. И 200 трон с каждого цикла умножить на 15, это получает 3000 трон. Вот откуда этот заработок. Глобальная программа, прямой бонус. Значит, если вы привели человека, который купил такой же пакет, как и вы, то есть за 300 трон вы получаете 100 трон комиссионных. Если вы купили пакет второй, вы получаете с первого 300, со второго 200. Если у вас три пакета, вы получаете с первого 100, со второго 200, с третьего 500.
и так до самого конца. Поэтому если у вас в результате уже есть алмазная корона, и человек, который вы подписали, тоже в результате купил все эти пакеты, то вы зарабатываете с одного дистрибьютора в общей сложности 330 тысяч трон. На этой страничке вы просто видите, если вы пришли в бизнес и привели 6 человек. И первый зашел как одна звезда, второй, может быть, сразу, может быть, не сразу, потом прокупил как алмаз, как пятая звезда, синий алмаз, королевский алмаз и корона алмаз. И под каждым показывается, сколько вы заработаете все вместе. То с одного получается 100 трон, с одного 1700, в смысле 17 тысяч, с одного 3 тысячи, с одного 37 тысяч, с одного 180 тысяч, с одного 330 тысяч трон. Всех людей, которых вы приглашаете сами лично, попадают вам на ваш первый уровень. Второй пакет, в смысле вторая глобальная программа, это уровень бонус. Уровень бонус, обратите на это очень внимательно, потому что, допустим, вы пригласили всего лишь одного человека, и с левой стороны вы видите этот столбик, но вы пригласили только одного. Тот, кого пригласили вы, пригласил второго, второй пригласил третьего, третий пригласил четвертого и так далее, тому подобное по столбику вниз на 12 уровень. И здесь справа и показывается, что первый зашел как одна звезда, второй как две звезды, или даже, может быть, он зашел сначала как одна звезда, а потом купил себе второй пакет, ну так далее и тому подобное. И с правой стороны в синем цвете вы видите, сколько вы получаете комиссионных с каждого дистрибьютора в отдельности. В результате вы получаете с одного 300, с одного 800, 1600, а все вместе 330 тысяч трон. Хотя вы привели всего лишь одного человека. Мы немножко потом говорим об этом, именно о бонусе уровня. Господа, помните, я в самом начале вам сказал, что когда вы приглашаете людей в бизнес, особенно если это кто-нибудь успешный, или успешный сетевик, или человек, который очень успешен в своем традиционном бизнесе, и у вас просят, сколько можно заработать, вы должны не просто сказать, сколько вы должны, можете заработать, а показать и обосновать. И это очень важно. И здесь вам хороший пример. Господа, то, что я сейчас вам буду рассказывать, это очень просто. И я уже это сделал. Не в компании в Tronz, а в другой компании. Это было лет 9 назад. И была компания, где я четко рассказывал людям, своим партнерам, чтобы они концентрировались на том, что привели 2 человека в первый месяц, а во второй месяц сделали то же самое. Я всех планировал так, чтобы они поняли, что не смотрите, сколько вы заработаете сегодня или завтра, а стройте свой бизнес. И если вы будете его строить, то через год он вам принесет такую сумму денег, которую вы никогда не видели за всю свою жизнь. К сожалению, не все меня слушали, но та группа моих партнеров, которые меня послушали и начали делать, в результате они пригласили больше, чем 2 человек каждый, а потом помогли своим партнерам сделать то же самое. И следующий месяц их партнеры делали то же самое. Ведь, господа, вы понимаете, что люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Поэтому, если вы начинаете делать правильно, вас будут копировать. Через полгода мы построили организацию в нашем бизнесе. Было 160 тысяч дистрибьюторов. Я не могу сказать, что я это сделал сам. Конечно, нет. Я это сделал со своими партнерами. Но они просто прислушались к тому, чему я их учил. Когда-то меня кто-то этому учил, и я тоже этому прислушался. И потом у меня это получилось. Господа, вы даже себе не представляете, вот таким простым способом, если начать строить свой бизнес и фокус на это, несмотря что у вас будет сегодня, сколько вы заработали сегодня. Конечно, если вы заработаете сегодня 300 трон, это копейки. Но если вы начнете строить свой бизнес
и рекрутировать людей таким образом, потому что, господа, хотите ли вы это или не хотите, мы находимся в сетевом бизнесе. Здесь нужно рекрутировать, и ничего плохого в этом нету. Я вам скажу больше, потому что я с этим уже сталкивался. Пройдет год-два, и если вы в этом бизнесе заработаете большие деньги, те друзья ваши, которых вы не пригласили, потому что вы стеснялись, придут и скажут вам: а почему ты меня не пригласил? Что, я тебе не друг? Поэтому не надо бояться. Если вы сами верите в бизнес, у вас не будет проблема пригласить человека в бизнес. И как приглашать людей в бизнес, я скажу чуть-чуть попозже. Здесь вы просто видите, если вы всего лишь привели два человека, и через следующий месяц вы поможете этим четверым людям сделать то же самое. В смысле, я извиняюсь, я, наверное, уже вас запутал. В первый месяц вы должны фокус на то, чтобы привести два партнера. Два. Найти два человека, которые хотят поменять свое финансовое будущее, свою жизнь, такие же, как вы. Следующий месяц вы поможете этим двум сделать то же самое, и все вместе они приведут 4 человека. Третий месяц 8 человек, 16 человек, 32 человека. И через 12 месяцев у вас будет в группе все вместе 8190 человек. Если вы хотите иметь представление, сколько это денег, это если взять только общую сумму и умножить на 2,5 цента, это получается, о май гад, сумма получается такая большая. Одну секунду, мне надо другой компьютер, другой калькулятор. Значит, если взять 869 миллионов 0,54 тысячи и 600 умножить на 2,5 цента, это получается сумма почти в 22 миллиона долларов. Ну, мы не будем ловить звезд с неба. Даже если мы сделаем 10% этого, это вы заработаете более 2 миллионов долларов через год. Как вы думаете, вы хотели бы заработать 2 миллиона долларов через год? Или за год? Я уверен, что каждый из вас скажет «да». Так вот, господа, в каком мы бизнесе? Мне даже страшно сказать, а следующий столбик вы тут видите, три партнера. И привести. Всего лишь 3 человека. Знаете что, я сейчас забегу немножко вперед, я вам кое-что покажу. Сейчас я зайду в свой кабинет, и просто вы увидите, потому что я то, что я вам говорю, я делаю то же самое. Я не делаю ничего нового. Все, чтобы вы знали, господа, все, что я вам показываю, это все то, что делаю я. Сейчас мы находимся в моем кабинете. И сейчас у нас в нашем кабинете есть момент, где вы можете показать, можете увидеть, как у вас растет ваши партнеры на разных уровнях. Что-то оно сегодня очень долго работает почему-то. А, вот, пожалуйста. Так мы в бизнесе только месяц. Видите, у меня уже 14 человек на моем первом уровне. На втором уровне, по идее, у меня на первом уровне должно быть всего лишь 2 человека, правильно? А на втором уровне у меня должно быть в следующем месяце всего 4 человека. А уже у меня идет скорость какая. Я даже не смотрю, сколько я зарабатываю. Я заработал пока копейки. Меня это совершенно не волнует. Я строю свой бизнес, господа. Я так же, как и вы, строю его, буду строить в течение года. А у меня уже на втором уровне в первый месяц 22 человека. На третьем уровне у меня 20 человек. На четвертом уровне уже 12. На пятом 3 и даже 1 человек на шестом. Это специально нам сделано, чтобы мы видели, как мы можем работать на наших уровнях. Одну секунду. Окей. Это очень важно, господа. Это очень важно это понимать.
И это последняя страница, где просто нам показывают то, что мы сейчас говорили. Привести два человека на первом уровне и на вашем. Поэтому, как я вам сказал, если вы помните, что каждый уровень, что всех людей, которых вы приведете сами лично, будут у вас на первом уровне. Поэтому, если вы приведете хотя бы два человека на первый уровень, все, кого они попадают, приведут, попадают на ваш второй уровень, так далее и тому подобное, до 12 уровней. Я сейчас это закрываю. Возвращаюсь. Я немножечко остановлюсь, и я не хочу рассказывать очень много о том, как правильно приглашать людей в бизнес. Если вы зайдете в нашу комнату, то, что я открыл на Facebook, там есть тренировка, она где-то минут 40, не больше часа, где как правильно приглашать людей в бизнес, и оно это все обосновано, почему это все так, именно так работает. Кажется, заканчивается скоро наш митинг. И она показывает, как это все работает. Поэтому единственное, что я скажу, людей надо приводить, чтобы это все было построено на правильном, спрашивать у людей мнение. Так, одну секунду. Господа, вы меня слышите еще или уже нет? Кажется, уже все закончилось. Спасибо, господа.